Привет-привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я буду вязать крючком чехол. Чехол для очков. Вот. Такой связанный крючком чехол защитит ваши очки от любых механических повреждений. Давайте рассмотрим схему вязания. Данная схема имеет раппорт, 2 петли в длину и 2 ряда в высоту. В первом ряду мы провязываем столбики с одним накидом. Во втором ряду столбик без накида. В третьем ряду через один мы провязываем столбик с одним накидом и выпуклый столбик с одним накидом. В четвертом ряду мы снова провязываем столбики без накида. И в пятом и во всех нечетных рядах мы будем провязывать один столбик с одним накидом и один столбик с одним накидом выпуклый. Также я хочу вязать данную схему по кругу. Начинаем наше вязание. Нам необходимо набрать цепочку из воздушных петель, кратную 2. В моем случае достаточно 12. Переходим к вязанию первого ряда. Я набираю 3 воздушные петли для подъема. И провязываю столбик с одним накидом. Так как я хочу вязать узор по кругу, я продолжаю свое вязание. В крайние петли я провязываю по 3 столбика с одним накидом, в остальные по одному. Так вот мы провязали первый ряд, переходим к вязанию второго. Второй ряд мы провязываем столбиками без накида. Переходим к вязанию третьего ряда. Поднимаемся с помощью 3 воздушных петель. И провязываем первый выпуклый столбик с одним накидом. Следующий провязываем обычный столбик с одним накидом. И снова выпуклый столбик. И обычный. И так продолжаем вязать до конца ряда. Продолжаем вязать. Переходим к вязанию четвертого ряда. Поднимаемся с помощью воздушной петли и провязываем столбики без накида.
Далее снова провязываем 3 воздушные петли и ряд со столбиками с одним накидом, чередуя выпуклый столбик с одним накидом и обычный столбик с одним накидом. Так провязываем необходимое нам количество рядов. Переходим к вязанию крышечки. Последний раз мы закончили столбиком без накида. Так, соединительной петлей переходим на петелечку в сторону и еще раз. Провязываем на подъем 2 воздушные петли. Дальше опять по рисунку провязываем выпуклый столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом, снова выпуклый столбик, снова обычный. Далее мы не идем вязать по кругу, а разворачиваем наше вязание и провязываем ряд столбиками без накидов. Переворачиваем. Далее опять продолжаем вязать.
Провязали мы немножечко нашу крышечку. Начинаем сокращать наши петелечки. Вытягиваем одну петельку, вторую, провязываем их вместе. Далее продолжаем вязать по узору. Выпуклый столбик, обычный столбик, снова выпуклый столбик, обычный, выпуклый столбик и снова провязываем одну петлю, вторую петлю и провязываем их вместе. Немножечко у нас сторона стала меньше. Переворачиваем, провязываем ряд со столбиком без накида. Переворачиваем и снова втягиваем одну петлю, вторую петлю, провязываем их вместе, провязываем один выпуклый столбик и снова одну петлю, вторую петлю и вытягиваем. Получилось у нас вот так вот. Теперь переворачиваем. Вытягиваем петелечку и провязываем цепочку из воздушных петель и соединяем соединительной петлей. Наша петелечка, а на наш чехольчик мы пришьем пуговичку, и таким образом у нас будет она закрываться. Втягиваем петелечку. Так, обрезаем нашу ниточку. Вытягиваем. Вот, теперь наш чехольчик вот так вот будет закрываться. Давайте будем пришивать пуговичку. Вот у нас есть пуговичка, мы будем ее пришивать. Нашу иголочку. Если вам понравилось мое видео, обязательно подписывайтесь ко мне на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. До новых встреч и ровных вам петелек. Пока-пока!